Здорово! В этом видео я расскажу о стах фактов о Guts и Black Powder. В игре есть вырезанные зомби, которые не вошли в игру, такие как Кавейросайр, Кирасир. Зомби умел противостоять ударам в ближнем бою. Парасайт – паразит, он умел выплевывать свою блевотину на вас. Бруза – громила, танк-зомби. Способен выдерживать все виды урона. Игнита – пира, старая модель зомби. Блюхер есть в реальной жизни. Он был прусский военачальник, генерал-фельдмаршал, как и в игре. Слипи Холлоу является первой картой, на которой есть босс. В игре есть оружие багет, которое давалось всем тем, кто участвовал в переводе игры. В игре есть секретное оружие, которое можно получить через команду на VIP-сервере. В игре есть секретные скины императоров. Их можно получить только на VIP-сервере. Жан является единственным выжившим сюжетным персонажем. Барри – это сюжетный персонаж, который находится на карте Сан-Себастьян. Он поднимает платформу для игроков в конце карты, и после чего он умирает. Барри стал персонажем многих мемов. По моему мнению, это случилось из-за его лица. Достижение Ноу – Фредерик является отсылкой на видеомем из Ютуба. Достижение Олд Йелла – это единственное достижение за убийство своего союзника, который сломал свои ноги. Достижение Slight Miscalculation и Recruited by the Empire of the Dead – единственные достижения, которые дают за смерть игрока. Достижение Soldat's Demo VLA Guard – самое сложное в Guts и Black Powder, которое дает доступ к полку 1, а Grenadier de Guard под командованием Франции. Карта Kaup – единственная карта, в которой мы должны собирать припасы. У Жана и Барри – самые длинные имена в игре. Имя Жана – Жан-Луиза Лепти, Дада Дюбуар. Имя Барри. Барри Уитли, Шерингтон, Майкл Чарльз, Каннингем Айайай. Всего в Guts и Black Powder 8 карт, не включая удаленные и доступные только на VIP-серверах. В общей сложности 15, не учитывая старые версии существующих карт. В Guts и Black Powder есть магазин, основной валютой в магазине являются франки. Вардахас – единственная карта, на которой нет респавна. За прохождение объектив карты с респавном вы получаете меньше франков. Всего в игре 4 сюжетных персонажа. И еще в игре есть 5 второстепенных персонажей. Катакомба Парижа – единственная карта, в которой можно играть только за Францию. Только на карте Слипи Холлоу можно играть за США, у США нет специальностей – медики и священники. В игре есть только один безымянный персонаж. Это офицер, который встречается на карте Kaup возле Блюхера. Оружие Наган – ружье с тетивой с самой длинной перезарядкой в игре. Священник является единственным классом в игре, получаемый за достижение. Единственным православным священником является российский. События в Сан-Себастьяне последствовали вспышки зомби-вируса, и в этом месте есть много информации, подтверждающей, что карта является первым местом заражения зомби-вирусом. В парижских катакомбах можно найти записи на стенах. «Je suis infect». «Я инфицирован. J.A.A. Lum le maximum de torches possible». Я зажег как можно больше факелов, Тьюс Моа. Убей меня, Вугэгнес Лес Клэс Дейл, Эмпайр Дес Мортс. Вы выиграете ключи от Империи Мертвых. Самый сильный снаряд для пушки – это раундшот, круглая дробь. В другой части катакомб, на стене, написано Захария 14, 12. Это конкретно относится к 12 стиху 14 главы книги Захарии. И это будет язва, которой поразит Господь весь народ, воевавший против Иерусалима. Плоть их иссякнет, пока они стоят на ногах, и глаза их иссякнут в ямах своих, и язык их иссохнет во рту их. Самый слабый снаряд – это канистер-шот, канистровый снаряд. Изначально форма прусского солдата в игре должна выглядеть так. Но вместо нее последовала данная форма, которая вскоре тоже пропала и заменилась на стандартную, которая есть на данный момент. Французская империя – самая встречаемая нация в игре. Скорее всего, Джонатан Бейкер, владелец забегаловки в Сан-Себастьян, покончил с собой, не желая превращаться в зомби. Последние его слова, которые он написал на заметке «Не вздумайте никого присылать, я понял это». В игре была команда «Артур», которая превращала скин игрока в персонажа Артура Моргана из игры Red Dead Redemption 2. В игре была команда «Морстон», которая превращала скин игрока в персонажа Джона Марстона из игры Red Dead Redemption 2. Подтверждено, что зомби – это мстительные души, запертые в их телах. Они не демоны. У ревностных христиан иммунитет к инфекции. США – единственная нация в игре, которая находится не в Европе.
Как и у Пруссии, в Британии тоже есть старые униформы, которые были вырезаны или же изменены. «Гатс» и «Блэкпаудер» была создана 31 января 2023 года. Игра все еще не доделана, по заявлениям разработчиков. У «Гатс» и «Блэкпаудер» есть свои неофициальные вики, которые интересные. Раньше у ачивок были другие значки. В игре нет ни одной карты действия, которая происходит в Российской империи. Всего в игре 6 огнестрельного оружия, 5 холодного оружия, 8 специальных предметов классов, 3 специальных покупных предмета, 3-го типа снарядов. Один не используется. 5 предметов, получаемых и используемых только на одной карте, 7 предметов, которые можно получить только командой, и 3 неполучаемых предмета. На Сан-Себастьяне есть карта Сан-Себастьяна. В игре есть Райан Гослинг. В лоре «Гатс» и «Блэкпаудер» Наполеон Бонапарт из-за проблем с зомби заключил мирный договор с Британией. Голландия — единственная нация, которая присутствует в игре, но за нее можно поиграть только через команды. Я заебался делать это видео, так что разделю его на две части. И всем пока!